Так, все, вроде бы пошло дело. Так, у меня тут параллельно. Пишите пока свои города, страны. Так, мне уже пишут, что двух не получится подключить, придется по очереди, поэтому давайте мы тогда сначала поработаем вместе со Светланой, и после этого мы поработаем вместе с Ириной и Владимиром. Все, мы уже готовы, друзья. Все, привет, Светлана. У нас на самом деле придется работать не параллельно, как мы пытались, так сказать, а по очереди, потому что Инстаграм не дает присоединения больше, чем двух спикеров. Поэтому сначала мы проговорим про все истории, которые есть, а потом я присоединю Ирину и Володю, и они поделятся своей живой историей. Друзья, давайте познакомимся. Я знаю, что подавляющее большинство зрителей сегодня – это партнеры компании, конечно, прекрасно меня знают много-много лет, некоторые больше, чем 20 лет. Но у нас есть новые гости здесь, и я хотела бы сейчас сказать, что где вы присутствуете, что здесь происходит. Вы знаете, примерно 3, почти 4 недели назад мы руководители компании Siberian Wellness, примерно 4 недели назад мы с Юрием, с руководителем нашего научно-инновационного центра, поехали в Италию. Как раз в то время только начались вот эти все тревожные новости, и, значит, весь этот... Только начался ажиотаж, никто не знал, что будет. Но поскольку это как бы наша сфера деятельности, и мы работаем в ЗОЖе уже больше 23 лет, скоро будет уже 24 года, когда стало понятно, что, в общем, что это представляет из себя вирус, и что джин у нас в бутылке уже вылетел, да, то, что он покинул территорию Китая, уже стало понятно, поскольку это очень высоко заразное заболевание, что в эта волна, она будет по всему миру. И мы подумали, что это совершенно не основание, чтобы мы замыкались в одних стенах. Мы поехали в Италию спокойно, мы начали исследовать всю эту ситуацию. Для нас, и вот то, что мы видим ситуацию с опережением в несколько недель, дает нам просто колоссальное преимущество. И, наверное, никогда мы не проводили столько прямых эфиров, сколько мы проводим в этом месяце. Причина очень простая. Потому что сейчас на людей из каждого просто утюга несется страх, ужас, паника, значит, мы все умрем. Значит, сначала неслось только про вирус, теперь, значит, про экономику. Экономика, значит, все закончится, у нас не будет денег, мы все умрем теперь от голода. В общем, и мы начали просто проводить, поскольку маразм продолжает нарастать, и это не очень соответствует ситуации, мы начали проводить прямые эфиры. И вот уже 2 воскресенья подряд Юрий проводит эфиры для клиентов и рассказывает, как укреплять иммунитет, рассказывает, что это такое, рассказывает, почему это не страшно. И люди обретают уверенность и спокойствие. Это очень важно. То есть он снимает порчу, так сказать, с наших клиентов. Но поскольку сейчас нарастает все это, мы все сели в карантин, и ну, я в нем уже 4-ю неделю нахожусь, в основном в первую. И поскольку нарастает вся эта истерика экономическая, я подумала, что точно стоит для предпринимателей тоже проводить прямые эфиры и рассказывать о возможностях. Это ключевая история. И для тех, кто меня еще не знает, ой, слушайте, можно я отключу эфир, извините, комментарий, прошу прощения, а то нашу красавицу Светлану просто не будет видно. И поскольку считаю, что как бы наша компания обладает, и, наверное, мой опыт очень релевантен для всей этой истории, точно стоит делиться и рассказывать. Для тех, кто смотрит впервые, хочу сказать, что если попытаться практически весь 25-летний мой предпринимательский опыт упихнуть в одну презентационную минуту, то это примерно будет выглядеть так, что в середине 90-х, когда была полная разруха, когда, я не знаю, с какого возраста сейчас те коллеги, которые смотрят, но, в общем, я это хорошо очень помню, была совершенно дикая разруха в стране, как раз Союз только распался, мы основали компанию. Мы очень сильно хотели, чтобы разработки российских ученых увидели свет. У меня тоже очень интеллигентные родители, я просто видела, как они, люди вот такого уровня, они просто оказались не у дел. И мы тогда стали покупать первые российские разработки, и через 2 года буквально сделали свое первое еще российское производство. Нам крутили у виска, говорили, что, ребята, у вас ничего не получится, никто не будет покупать российские продукты, никто в них не верит, в стране разруха, вы разоритесь, ничего не получится. Но вот вы знаете, были люди, которые сразу просто поверили, они сказали, мы хотим, чтобы у вас получилось. И начали продвигать российские продукты, и
Первое производство у нас через 2 года, второе мы сделали к 10-летию компании, и к 20-летию компании мы сделали огромный завод, у нас сейчас уже завод третьей очереди, это российская гордость, завод сертифицированный по стандартам ISO и GMP, выпускает больше 300 наименований продуктов, линейка постоянно обновляется, мы продаем в десятках стран мира. Это вот нормальная предпринимательская история, потому что может состояться в кризис, тот самый, в который мы с вами сейчас вступили. Поэтому я считаю, что именно эти истории сейчас будут вдохновением. И я хотела сказать, что мы будем присоединять на прямые эфиры предпринимателей из самых-самых разных сфер, которые точно так же уже в следующие волны кризиса пришли, и они будут делиться своим собственным опытом. Сферы красоты, модной одежды, аптекарский бизнес, владельцы шахт у нас будут, из самых разных стран люди будут присоединяться и рассказывать. Дело в том, что, друзья, кризисы были и будут. Это вот ключевая история, их еще будет очень много. И важно, чтобы мы с вами находили правильные стратегии в этой всей ситуации. Когда все боятся, очень важно действовать. Я очень надеюсь, что в результате этого эфира вы получите мотивацию и вдохновение. Я очень хочу, чтобы у вас появились идеи и энергия, и желание действовать, потому что это самое важное, когда все в оцепенении, важно действовать. Вот, друзья, давайте просто подумаем, что мы знаем с вами сейчас о той ситуации, в которой мы оказались, и об этом кризисе. И, наверное, самая важная история, которую важно понимать, да, что это, в отличие от предыдущих годов, это не кризис, который затрагивает там, какую-то отрасль или какую-то страну. Это кризис, который захватывает, он глобальный, он захватывает сразу все страны, он захватывает сразу все отрасли, и он бьет, конечно, долотом просто по всем индустриям. То есть он захватил, парализовал сейчас весь мир. И мы понимаем прекрасно, что он не закончится вместе с нашим карантином. Знаете, когда я приехала сюда, в Италию, и только начался карантин, я сразу позвонила в Россию и сказала: ребят, я вижу, что здесь происходит, через 3 недели мы все сядем в карантин. Мне сказали: Татьяна, это невозможно. Мне сказали: это невозможно. Я говорю: ребята, это будет. Они говорят: нет, это невозможно. Так и случилось. Но вот на самом деле надо понимать следующее, что здесь это продолжается уже 4-ю неделю. Сейчас уже идут разговоры о второй волне кризиса коронавирусной, которая будет. Но это естественно для природы того вируса, с которым мы столкнулись. История следующая, что мы должны понимать, что когда мы выйдем из карантина, ничего не закончится, а все только начинается. То есть закончится то, что мы находимся в изоляции. После этого мы выйдем, но экономики от этого лучше совершенно точно не будет. И те прогнозы, которые сейчас дает McKinsey, последнее, что я слушала на прошлой конференции в Сколково, я тоже очень много прокачиваюсь и очень много слушаю полезной, правильной информации от ведущих бизнес-школ, ты сама где учусь. McKinsey говорил следующее, что по оптимистичным прогнозам это все закончится через 9 месяцев, реалистичный – это 2 года, и пессимистичный – это 5-7 лет. Как бы то ни было, это годы нашей жизни, которые мы будем жить. И вот качество, на самом деле, мы определяем сейчас с вами. Я хотела бы, чтобы вы сейчас просто... Вот давайте оглянемся вокруг, и получается, что у нас огромное количество отраслей, все связаны, в первую очередь, малый и средний бизнес, микробизнес. То есть все, что связано с услугами, с красотой, с образованием, сейчас это все оказалось под ударом. Вот. И эта история, наверное, одна из самых грустных и тяжелых, потому что пострадали не крупные компании, а пострадал малый и средний бизнес. И это те люди, для которых сейчас... А это наши рабочие места, это экономика, это наши друзья. То есть это те самые люди, которые, по сути, являются вот основой экономики любой страны. Поэтому мы будем проводить прямые эфиры, мы будем делиться идеями, и будем рассказывать, какие есть еще варианты. Потому что надо понимать, что не по всем кризисам эта вся история шибанула, не по всем компаниям эта вся история шибанула, у всех очень разные истории. То есть кому-то надо просто таким-то бизнесом переждать, какие-то уже никогда не восстановятся или восстановятся не скоро, потому что вы сами понимаете, что вот ближайшие месяцы туризму точно ничего не светит, потому что просто люди боятся двигаться, они боятся передвигаться, где-то десятки миллионов рабочих мест, это на самом деле такая серьезная история. Но есть компании, которые выиграли от этой всей ситуации, выигрышей компании является, в том числе наши, то есть все компании, которые работали в области ЗОЖ, они очень круто выиграли в этой ситуации. Почему это произошло? Это произошло потому, что для людей вдруг стало очень важно понимание, что, оказывается, болеть очень невыгодно.
Оказывается, это очень важно быть постоянно здоровым, важно не бояться того, что происходит за окном, что происходит на улице. И на самом деле у нас очень, очень большой рост продаж, и у нас и всегда была очень хорошая позитивная динамика, и мы продаем на большом количестве рынков. Последние 2 месяца были просто невероятно мощными, потому что мы выросли на каких-то рынках от 30%, на каких-то рынках до 200%, но общий рост компании больше 90%. То есть люди подумали о своем иммунитете, люди подумали о том, что нужно продолжать жить, и подумали, что есть самое важное. Вот здесь вот с этого мы сейчас со Светланой начнем работать, начнем рассказывать истории. Вот, и я бы хотела, чтобы сейчас, наверное, не я говорила, а говорила уже Светлана. Хочу представить вам свою коллегу, с которой мы вместе работаем уже 11 лет, и чему я очень-очень рада. Светлана, расскажите о себе и о том, как вы пришли сюда. Пришла я в компанию Siberian Wealth в 2009 году, причем из традиционного линейного бизнеса и будучи педагогом-психологом с 2 красными дипломами. Но мне всегда хотелось иметь свое дело, управлять своей жизнью, своими финансами. Но вот кризис 2008 года показал, что тот бизнес, который я открывала, это был бутик женской одежды, перестал приносить прибыль, когда у людей снижается покупательная способность. И в то время хорошо я знала уже продукцию Siberian Wealth, я им пользовалась, у меня уже было доверие, я понимала, что на это наукоемкий рабочий продукт, и я видела, что он покупается и в кризис. Люди всегда на здоровье найдут деньги. И вот в тот момент у мужа на работе, хотя это была крупная компания, Крафудс, когда было все хорошо, были хорошие деньги, тоже стали терпеть финансовые потери, скажем так. И мы вместе с ним решили открыть новое для себя дело. Ну, мы предприниматели, люди смелые, поэтому решили, приняли решение и в партнерстве с международным брендом Siberian Wellness создали свое дело. Светлана, где муж работал до? Расскажите, где он работал? Крафт Фудс. Большая компания. Кофе, чипсы, ну, то есть это как бы продажи у них всегда были хорошо. Да, да. Оказалось, это продукт, но в состоянии кризиса им убрали все премии, посадили на голый оклад, причем там вообще минимум. То есть у нас тогда была и долларовая ипотека, то есть ты вообще не понимаешь, где брать. Долларовая? Долларовая ипотека, да. Вот так у нас получилось. И мы вообще тогда на тот момент не понимали, что вообще делать, откуда брать деньги. Но вот я говорю, предприниматели, это люди рискованные, да, они смелые, и они, ну, можно было бы ипотеку, да, вернуть там. А мы такие люди, которые всегда хотели, да, чтобы у нашего ребенка была отдельная комната, да, чтобы было качественное путешествие, чтобы была такая дорогая качество, потому что жизнь одна, другой не будет. Ну и мы приняли решение и стартовали в партнерстве с компанией Siberian Wellness. И на сегодняшний день наш бизнес развивается уже в 3 странах мира, клиенты в 9 странах мира, потому что здоровье, красота востребованы всегда будут. И очень важно, что к нашему бизнесу присоединилась дочь, хотя она мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, 2-кратная чемпионка России, окончила Плехановский университет, могла реализоваться в любом направлении, но видя весь наш стиль жизни с мужем, да, вот за эти 10 лет, она присоединилась именно на этот стиль жизни. Когда совмещаешь и бизнес, и делаешь добро людям, да, и зарабатываешь, и путешествуешь, ты не привязан к одному месту. И вот этот стиль жизни ее заразил, и она сейчас прекрасно, да, активно строит бизнес. Я очень рада, что у нее уже международная команда и активные команды в Сербии. Прям кайфово ощущать, что ты когда-то принимаешь решение и круто меняешь жизнь всей своей семьи. Потому что благодаря этому мы и улучшили жилищные условия моей мамы, о которой она мечтала, благодаря проекту, который есть в компании Siberian Wellness. Поэтому, вот знаете, друзья, кризис – это, наверное, начало чего-то нового. Главное – очень сильно захотеть и принять сильные решения. Вот, а с таким сильным брендом, как Siberian Wellness – друзья. Светлана, расскажите, пожалуйста, лучше про то, как вы начинали, потому что вот эта история, наверное, самая важная. Дело в том, что следующие будут наши спикеры, это Ирина и Владимир. У них был фармбизнес, аптеки, они, это были крупные поставщики. Вы никогда не сталкивались с бизнесом ЗОЖ. Как быстро вы адаптировались, как быстро вы научились? И как быстро обучаются сейчас люди в вашей команде?
На самом деле, вот еще благодарна чему? Потому что я научилась управлять своим здоровьем, понимать, что современный человек, да, должен брать ответственность за свое здоровье в свои руки. И вот 10 лет назад у меня не было этого понимания вообще, когда я пришла. И ни у кого в моем окружении. Поэтому я просто поняла, что это новая для меня профессия предпринимателя. Просто нужно овладеть в области ЗОЖ. И у нас на сайте компании просто кладезь информации для любого эксперта, и диетологов, и нутрициологов, и по парфюму, и причем и по финансовой грамотности, потому что компания учит не только зарабатывать, но и правильно управлять. И ты просто начинаешь повышать свою экспертность благодаря той базе, которая есть на сайте, готовая бесплатно. То есть люди, я сейчас смотрю, да, все же понимают, что ЗОЖ, ЗОЖ, надо там вот в этом направлении развивать. Люди платят, обалдеть, какие деньги за это. У нас вся эта информация представлена на сайте бесплатно. Вот это очень ценно и, конечно, важно. А когда пользуешься продуктом, сам получаешь результат, тебе хочется об этом говорить снова и снова. А расскажите, когда к вам приходят новые предприниматели ЗОЖ, сколько времени обычно уходит у них на то, чтобы приобрести вот эти вот знания, потому что у нас продукт наукоемкий, как бы то ни было, и ты должен хоть что-то понимать, прежде чем ты начинаешь рассказывать об этом людям. Сколько времени обычно уходит? Вот знаете, есть люди, эксперты, которые приходят в той или иной области, да, они просто заходят с той линейки, которая им более близка, в которой они имеют опыт. Допустим, это диетологи, нутрициологи, да, парфюм, там, декоративка. И они очень быстро, накладывая свои знания на новые, на сайте по нашему продукту, они начинают прям стартовать чуть ли не в этот же день. Ну, если я, допустим, да, никогда не была с этим знакома, это, ну, пара-тройка дней, ты же читаешь, там все понятно, доступно, ты начинаешь понимать эти составы. И у нас что хорошо, у нас ты образовываешься, да, получаешь, и в параллель уже зарабатываешь деньги, не надо как в институтах учиться по 5 лет, чтобы дать какие-то знания. Вот, и самое главное, начать пользоваться продуктом, потому что все равно вот отношение к продукту, когда ты получаешь результаты, да, люди считывают на уровне интуиции, сам ты вообще пользуешься продуктом или вот только... Поэтому, ну вот реально эксперты, это все грамотные, умные люди, которые и предприниматели, да, зашли, ну, буквально, ну, неделя, ну, две, и всегда мы на связи. То есть вот еще в чем прелесть нашего вот сейчас бизнеса, да, что у тебя есть руководство, которое всегда направит в сложных ситуациях направление, вектор задаст, да, и мы тоже нашим предпринимателям всегда на связи, консультируем, да, и помогаем им проводить и встречи, и все. Расскажите сейчас вот про то, какие люди приходят вам в команду, потому что когда я начинала этот бизнес в 96-м году, вы знаете, это было такое время, когда вдруг все обрушилось, когда вдруг вот интеллигенция, советская интеллигенция, это учителя, это врачи, это инженеры, они вдруг стали не нужны никому, и все люди, с которыми я стартовала в 90-х, в середине 90-х, это была... российская, советская интеллигенция, с которой мы вместе и поднимали этот бизнес. В каждую волну кризиса приходят новые и новые группы людей, группы предпринимателей. Вот кто сейчас приходит в ваши команды? Вот какие последние кейсы? Сейчас приходят и косметологи, и держатели фитнес-клубов очень много, и нутрициологи. И вот последняя яркая история, пришла Ольга к нам в команду. Это человек, который пришел, у нее был традиционный линейный бизнес, причем она разрабатывала свои авторские модели. Потом она все это закрыла, потому что сложно одному в линейном бизнесе, да. И она очень много денег вложила в свое развитие, обучение, стала стилистом очень хорошим. Но ей все равно параллельно хотелось вот какой-то стабильный, потому что фрилансеры, они, как она говорит, да, у них нет вот какой-то стабильности в доходе. То есть то есть, то нет, то есть. И все равно хотел свое дело. Но вкладывать деньги какие-то большие в какой-то проект их нет, да. А в партнерстве с Sabirin Wellness она увидела возможность создать свое собственное дело. И как она сейчас говорит, у моей табуретки появилась еще одна ножка. То есть она буквально на третий месяц уже вышла на доход 20 тысяч, да. То есть и у нее уже расширяется команда, да, активных, интересных людей, и я думаю, что скоро здесь будет совершенно уже другая. Ну, то на самом деле мы начали постепенно говорить про доходы, про деньги. Расскажите сейчас вот за почти 10 лет, да, чуть больше, развития своего собственного бизнеса, насколько вы вышли за границы Российской Федерации, потому что был обвал очередной, и как бы одно из преимуществ бизнеса, когда ты можешь разложить свой
доход сразу в несколько портфелей, валютных портфелей. Расскажите, где у вас, в каких странах доход? У меня в Сербии, у меня Венгрия, это и Турция, и Болгария, это и Франция. То есть, ну, это клиенты, да, бизнес-партнеры вот в Сербии. Я знаю, что они сегодня смотрят мой прямой эфир, и я прям вот рада передать привет им там переводят. И это так здорово, что ты появляются у тебя партнеры в разных странах мира, и ты несешь благое дело, да, то есть ты рассказываешь людям о том, насколько вообще можно изменить эту жизнь, и что она не зависит от кризиса. Это очень важная история, на самом деле. Я думала, когда про серию прямых эфиров, про то, что нужно рассказывать, показывать живые истории людей, замечательных людей, которые пришли из самых разных сфер. И как раз следующий эфир мы будем проводить с предпринимателями, которые смогли выйти за границы, точно так же, как Светлана, смогли выйти за границы одной страны, диверсифицировать источники дохода. И сейчас у них организации сбытовые развиваются сразу в большом количестве стран. Вот, и мы прям понаделаем скриншоты, чтобы вы, друзья, представляли, что происходит в бэк-офисах наших ЗОЖ-предпринимателей, когда можно видеть, как у тебя формируется доход и прибыль сразу в нескольких валютах. Это реально очень хорошая история. Расскажите, что больше всего вас поддерживает в работе, вот в ежедневной работе, потому что вы каждый день выходите, вы каждый день рассказываете о возможностях бизнеса, вы каждый день знакомитесь с продуктом. Вот ваша персональная мотивация. Ой, моя персональная мотивация – то, что я люблю и свое дело, и кайфую от него. Потому что если это клиент, то он начинает по лесенке ходить, да, и говорить спасибо. Это если партнер, который начинает зарабатывать, и у него есть деньги оплатить обучение своему ребенку, да, или когда партнер первый раз в путешествии ездит. То есть вот бизнес, от которого реально кайфуешь. Вот если раньше, в прошлом бизнесе, я у людей, ну, деньги забирала, грубо говоря, продавая продукт, да, то здесь у меня есть две возможности. Или быть человек клиентом, да, пользоваться натуральным безопасным продуктом для здоровья, красоты, спорта, иметь кэшбэк там 5, 10, 15. И вторая возможность также создать свое дело в партнерстве с сильным брендом. И вот сейчас, насколько вот компания, да, динамично развивается, вот намного легче сейчас строить этот бизнес, даже чем 10 лет назад. Потому что имиджевая какая у нас поддержка, да, мы партнеры Олимпийского комитета России в разделе инноваций. На Всемирной универсиаде мы были официальными поставщиками функциональных продуктов питания в Красноярске 2019 года. Это же круть крутецкая, я не знаю, это вот реально... Да. Да, на самом деле это действительно, потому что для тех, кто сейчас присоединяется, им действительно гораздо легче, чем тем, кто бился в середине 90-х, в начале нулевых или даже в 2010-2015 годах. Ну, а поскольку нам пора присоединяться уже Ирина и Владимира, теперь давайте о деньгах. Для любого предпринимателя очень важно, как ты не только себя обеспечиваешь, сколько зарабатывает твоя команда. Поэтому я прошу вас озвучить годовые доходы вашей команды, чтобы люди понимали вообще, о каком размере бизнеса мы можем говорить. Доход моей команды составляет 45 миллионов рублей. Это 2019 год. Да, и этому я очень рада, да, потому что это, вот знаете, как будто ты даешь рабочие места людям, которые, да, находят себя, свое любимое дело еще и... Спасибо большое. Я очень желаю, чтобы чеки вашей команды росли. Спасибо огромное за эфир. И сейчас я присоединяю Ирину, Владимир, Светлану. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна. Так, друзья, мы идем дальше, и мы говорили сейчас о том, как владелица собственного бутика модной одежды пришла в Siberian Wellness, в аптечную. Ирина Владимир, привет. Всем добрый день, добрый день, коллеги, друзья. Рассказывайте свои истории, расскажите, Да. Наша история началась очень позитивно. Получив высшее образование фармацевтическое, я очень люблю тему здоровья, профилактики, и у меня было понимание того, что здоровый человек – это аптека, и поэтому я в этом была в бизнесе, и мы сразу же открыли свою фирму по доставке медикаментов оптовую, да, мы работали на Пермский край, на Екатеринбургскую область, и открыли сеть своих аптек, то есть у нас бизнес прямо-таки начал развиваться очень активно, очень быстро, и за короткий срок мы наработали большие активы,
Ну и были, конечно, счастливы от того, что мы очень молоды, а уже все состоялось, и мы можем наслаждаться этой жизнью. Хорошо зарабатывали? Хорошо зарабатывали. Да, мы, как тогда говорили, мы были полностью упакованы. То есть, но самое главное, в нашем бизнесе наши люди зарабатывали. То есть у нас это всегда было вот, не в одного, а коллектив, и коллектив должен быть успешный. Вот у нас это как подшито в подсознание. Да, но это, к сожалению, продолжалось до первого нашего финансового кризиса. Так как аптечный бизнес на тот момент, он мог питаться только из-за границы, потому как производителя хороших препаратов лекарственных в России не было, и мы, конечно же, брали валютные кредиты, потому как, а где взять деньги, как не в банке, да? Да-да. Поэтому валютные кредиты, друзья мои, и вот этот вот удар финансовый, когда произошла девальвация рубля, нас настолько отрезвило, что мы поняли, что надо с этим что-то делать, потому что все, что мы заработали, в принципе, мы ушли, ну, так скажем, в минус, да, потому что пришлось отдавать в 5 раз больше, чем мы взяли, да. Поэтому вот этот вот опыт и вот эта боль, вот эта растерянность, та, которая была в те годы, она, конечно, ну, в памяти в нашей осталось, и мы прекрасно понимаем, что происходит сейчас с предпринимателями, которые находятся в нынешних условиях, потому что, ну, так еще не было, да, и, конечно, сейчас мы, как бы, с огромной скоростью пытаемся донести до тех людей, кто рядом с нами, вот то, как мы прошли через это, и как сегодня мы себя чувствуем, и что мы можем дать тем людям, которые действительно попали сейчас вот в эти жесткие рамки. Ну, люди на самом деле думают, что сейчас произошло несчастье, а так работает система современная, ну, по каким-то вот правилам. Вот. А те, кто прошли вот эти ситуации, они сейчас как мастера четко знают, что нужно делать, и свои корабли, свои команды ведут правильным курсом, то есть. Да, и благодаря вот этой нашей, я думаю, оперативной, да, оперативной нашей, так скажем, ориентации, мы быстро сориентировались и стали смотреть, что нам срочно нужно найти отечественного производителя, потому что я поняла, что больше я не хочу иметь дело вот с этими вот курсовыми такими скачками, когда ты так сильно можешь провалиться вот в эту яму. И вот как раз Cyber and Wellness — это был тот проект, в котором не только, ну, тут сошлось очень много всего, да, да. Это и производство, для меня это было ключевое, это наукоемкие продукты, то есть это не модные тенденции на рынке, да, а это именно наукоемкие, потому что я провизор, мне было важно знать, что лежит в продукте, в каких дозировках, какие вещества, то есть для меня это было ключевым. Я всегда знала, что я хочу помочь людям быть профилактика, друзья мои, это было мое все, потому что я знаю, что легче профилактировать, чем лечить, да, поэтому я делаю это всегда, всю жизнь, и это было моим, наверное, призванием, да, и вот именно производство, наукоемкий продукт и то, что здесь, на своей территории, я защищена от вот этих вот, ну, провалов, да, поэтому сегодня мы уже имеем команды более чем в 6 странах наши партнеры, валюта в чеки приходит, 14 валют, и наши партнеры, что для нас это самое ценное, о чем Володя сейчас сказал, что наши партнеры, не только мы зарабатываем, потому что в одного это не совсем та тема. Да. Когда ты один, ты как заработал, так один и потерял. А вот когда команда, вот тогда мы все вместе, поддерживая друг друга, мы обеспечиваем вот этот вот общий успех, общий товарооборот и общая возможность заработка. И в команда за прошлый год у нас доход составил 113 миллионов рублей, друзья. Ну, то есть мы горды тем, что благодаря нашим усилиям, которые мы вкладывали на протяжении этих лет в наш бизнес, большое количество людей могут сегодня жить спокойно, смотреть в завтрашнее будущее и, ну, спать, по крайней мере, нормально. Ну, на самом деле мы своим людям помогаем держать социальный статус, то есть не просто они обеспечены деньгами, они чувствуют уверенность в завтрашнем дне, и это все происходит в нашей компании. Да. Друзья, можно я попросить? Дублируется, надо. Дублируется, надо. Точно дублируется. Точно дублируется. Плохо было слышно. Ага, ну я. Ага, ну я. Подружки сейчас позвони. Сейчас позвони. Надо точно брать. Надо точно брать. Одна из самых важных вопросов – это то, как вы продвигали ваши покупали раньше ТГИ, и вы перешли на Россию.
Как они среагируют? Как они среагируют? Ну, у нас получается вот фармбизнес, да, который, ну, достаточно успешно кормил и обеспечивал наш коллектив. Он был ориентирован на красивые упаковки, на импорт. Но да, то, что произошло с валютой, это реально подкосило. То есть, ну, у меня даже в голове такой слоган: если валюта не твоя, вообще это опасно. Опасно с ней заниматься, это как игра на бирже. Да, ты выигрываешь, но происходят вот как бы скачки. А с нами одновременно работали партнеры, которые работали в рублевом пространстве, и мы увидели, что они в кризис стали сильнее. То есть, ну, всегда в жизни работает реальный пример. И мы убедились, что вот реально работая со своим производителем, но качество производителя должно соответствовать высшему уровню. И вот то, что мы сегодня работаем в Siberian Wellness, да, с этим продуктом, который, ну, превосходит все ожидания по качественно-количественному составу и по ценовой политике, то есть это далеко ходить не надо, то есть это вот то место, где нужно прикладывать усилия, и вот те суммы доходов, да, нашей команды, которые Ирина сейчас сказала, они говорят о том, что клиенты реально нас выбирают, выбирают не на месяц, не на зимние заболевания, да, вот там, допустим, простудные, да, идут. Что изменилось? Что изменилось? За последние дни, потому что все онлайн перешли, Это тоже очень интересная, да, такая тема. Мы давно работаем, да, и больше были в офлайне с людьми близко, но в компании шла все время подготовка к тому, чтобы перейти на удаленную работу. И так как команды находятся в разных местах, мы, конечно, использовали этот инструмент взаимодействия. Но вот сейчас, когда произошла вот эта жесткая изоляция, то мы еще больше оценили все те способы и те инструменты, которые приготовила нам компания, и мы сейчас очень быстро и сориентировались, перестроились, и самое главное, компания продолжает работать и обеспечивать наших клиентов заказы через интернет-магазин, то есть взаимодействие с клиентами и партнерами идет через офлайн-площадки, да, пользуемся всеми приложениями, и доставка идет от компании. То есть, по большому счету, у нас, ну, бизнес как работал, так и работает. И, надо сказать, работы стало даже больше, чем было. Да, точно, вот работы стало больше, и штаб-квартира компании, она сделала большую работу и инвестиции для того, чтобы наши обороты прирастали, а мы себя реализовывали как онлайн-предприниматели, как ЗОЖ-предприниматели. Это, ну вот буквально мы за 2 дня поняли, что родилась тема, и мы в нее очень глубоко нырнули, и работы стало еще больше. А это приведет к тому, что вырастут чеки. Да. Ну и самое интересное, что те мероприятия, которые мы проводили в офлайне, они очень легко перешли в онлайн. Да. То есть сегодня у нас, например, группы, которые ведут диетологи, да, они спокойно продолжают общаться со своими клиентами, проводить тренировки, бодифлекс, то есть все это делается онлайн, то есть ничего не изменилось, люди просто это делают, ну, глядя в телевизор, да? Да. Ну, и, в общем-то, и таким образом мы еще и поддерживаем своих предпринимателей, которые ведут параллельно, да, какие-то свои темы, но взаимодействуем вот так вот на коллаборациях и помогаем, усиливаем друг друга на рынке. Когда вам как вы их обучаете? Обучение – это тема, ну, я вообще очень люблю давать знания, которые касаются именно создания здорового образа жизни, семьи – это моя любимая тема. И когда приходят предприниматели, которые знакомы уже с направлением, ну, например, нутрициологи, да, которые приходят, или диетологи, для них вообще проблем нет разобраться в этой всей теме. Главное показать, где что находится, да, и человек самостоятельно уже быстро входит в тему. Люди, которые мало знакомы с ЗОЖ-темой, вот, им нужно побольше, но здесь очень просто, мы заводим людей через естественные продукты каждодневного использования. То, что каждый день утром человек идет в ванну, и он пользуется какими-то средствами ухода. У нас такие линейки тоже есть, мы просто
просто показываем разницу между тем, что есть на рынке, и в чем выгода, если мы начнем пользоваться магазином Cyber and Wellness. Это тоже не занимает более чем неделя-две, и человек постепенно потом начинает осваивать и другие уже линейки, поэтому сильных сложностей в этом сегодня нет. Особенно, когда человек желает получить знания, то тут вот как раз где взять их, с этим у нас все хорошо. Еще очень важно... Это бизнес. Еще раз, Татьяна. У кого не получается. У кого не получается, да. Не получается, друзья мои, у тех, кто думает, что наш продукт – это продукт для того, чтобы его продавать. А это продукт, чтобы в первую очередь делать свою жизнь комфортнее, быть моложе, красивше, здоровше, да, то есть, чтобы все это было в твоей семье в первую очередь, а потом это трансляция на тех, кому ты хочешь сделать хорошо. Вот если ты искренне хочешь помочь тем, кто вокруг тебя, чтобы у этого человека ровно так же было как хорошо, как у тебя 100% получится. И обязательно нужно задать такой пару вопросов, да. Это первое, будете ли вы покупать этот продукт себе? И второе, будете ли вы покупать этот продукт каждый месяц в свою семью? Вот если вы на эти два вопроса ответите положительно, то 100% все остальное у вас получится. Лина Владимировна, за ваш эфир. Спасибо, прощаюсь. Спасибо, всем удачи. Ну что, друзья, на самом деле, когда я думала о том, что какие истории показать, какие рассказать, мы начали общаться вместе с нашим предпринимателем и поняли одну ключевую историю. Очень важно, чтобы звучали истории, живые истории реальных людей, которые в какой-то момент времени приняли для себя решение попробовать что-то новое. Вот сейчас такое время, что любой час он работает на самом деле против нас. Если мы продолжаем бездействовать, если мы продолжаем находиться в оцепенении, если мы продолжаем думать, что все справится само собой, это такого не происходит. Вы сейчас видели живые истории совершенно замечательных людей из самых разных сфер. Какой-то у них было все, потом в какой-то момент времени у них не стало практически ничего, потом в какой-то момент времени они вышли на доходы, потому что то, что рассказывала Светлана, это 45 миллионов годовые доходы команды, или Ирина и Владимир, у них 113, они вышли раньше, они давно уже занимаются этим бизнесом, понятно, что их бизнес продолжает расти и расти, это труд, это на самом деле огромный труд, мне очень хочется, чтобы вы сейчас поняли, что... Вот в нашей индустрии точно очень много возможностей. Возможно, вы будете искать еще какие-то индустрии. Самое важное сейчас не останавливаться. Самое важное не сидеть и не ждать, что мы сами вынырнем из этой ситуации, и весь мир вернется в то, что было до момента, когда мы с вами сели в карантин. Это совершенно точно не будет. Мне очень хочется, чтобы вы сейчас начали, неважно, в какой сфере вы сейчас смотрите этот эфир, или чем вы занимались до, вы подумали о том, что вы уже умеете делать. Если вы работаете в сфере красоты, если вы работали в сфере обслуживания, это значит, что вы точно умеете замечательно совершенно общаться с людьми. Это значит, что вы свои навыки общения вы можете капитализировать в совершенно разных сферах. Станьте пока специалистом по ЗОЖ. Станьте ЗОЖ-предпринимателем. Найдите какую-то сейчас для себя еще одну сферу. Самое важное – не останавливаться. И я хочу сказать, что сейчас точно так же есть время не смотреть сериалы, а начать себя прокачивать. На сайте компании вы можете найти большое количество бесплатных курсов по нутрициологии, по парфюмерии, по красоте. Огромное количество курсов, за которые дадут вам знания, за которые люди будут платить деньги. Это, наверное, одна из самых важных историй. И мне очень хочется сказать, что... Я знаю, что сейчас будет приходить большое количество предпринимателей из самых-самых разных сфер, и надо понимать, что если для вас ЗОЖ важен, этот бизнес у вас обязательно получится. Вот это, наверное, одна из самых важных историй. Если вы относитесь к ЗОЖу очень серьезно. Помните, я проводила прямой эфир, наверное, с полгода назад, и я говорила, что самые важные мировые тренды, куда уходят все деньги, ключевые истории, да, это здоровый образ жизни, это образование и это entertainment. И сейчас ЗОЖ встал в топ, и он продолжает расти, продукты для здорового образа жизни продолжают расти с огромной скоростью. Очевидно, что это тренд, который не изменится, да, точно так же, как экология, осознанное поведение. И это становится must-have для любого разумного, думающего человека. И очевидно, что это будет расти. И надо задать себе вопрос, если эта сфера продолжает расти, если там... всегда будут деньги, почему не рассмотреть мне сейчас, в этот переходный период, как возможность для того, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому я привык. Но последнее хочу сказать, что мы будем проводить прямые эфиры, будем показывать истории самых-самых разных людей.
Самое важное, чтобы вы знали, что кризис закончится, и важно, как мы себя, а жизнь будет продолжаться. Вот. И несмотря ни на то, что сейчас кризис этот идет, мы, как Siberian Wellness, как компания, будем продолжать свои инициативы. У нас продолжается помощь нашему прекрасному озеру Байкал, и мы не собираемся останавливаться, мы собираемся вкладываться дальше в благотворительность. У нас в мае будет большая посадка тайги, и мы продолжаем наши экологические активности дальше. Со следующей недели у нас стартует большой очень флешмоб в поддержку людей пожилого возраста, потому что им сейчас и страшно, и одиноко, и очень сильно зависит от того, как мы с вами, как люди, будем поддерживать. То есть мы будем продолжать работать, мы будем продолжать жить в любом случае. Я хочу, чтобы вы знали, что присоединялись к нашему флешмобу, который сейчас у всех предпринимателей Siberian Wellness. Мы не покупаем продукты в больших супермаркетах, в больших магазинах. Мы стараемся покупать продукты у местных производителей, в местных лавочках, и поддерживать местных предпринимателей, потому что это те люди, которым сейчас нужны деньги в первую очередь. Я хочу, чтобы вы, те, кто сейчас смотрит эфир, присоединялись к нам, и таким образом мы будем помогать друг другу, и так будет больше шансов пережить все это. И я очень хочу, чтобы вы верили в себя. Это не самая страшная ситуация, которая происходит сейчас в экономике. Мы проживали гораздо более тяжелые времена. У нашей компании просто иммунитет уже, мне кажется, кризиса. Я очень хочу, чтобы у вас всегда были силы, всегда было настроение. А чтобы посмотреть уровень экспертизы, с которым мы работаем, я приглашаю вас завтра посмотреть прямой эфир по продуктам. Это прямой эфир по витаминам и иммунитету. И очень надеюсь, что после этого вы перестанете, точно так же, как все клиенты Siberian Wellness, уже бояться этого вируса, а понимать, что это ситуация, которую можно управлять. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что были с нами. И я очень желаю вам замечательного дня. Спасибо.